Итак, новый модуль email-маркетинга. Что произошло за последний год и вообще в целом про почту? Вопросы? Для начала небольшой интерактив. Сейчас всем участникам первого дня партнерской конференции на их почтовые ящики, которые были указаны, должно прийти сообщение, в котором будет содержаться, ну, в принципе, вот эта ссылка. И при нажатии на эту ссылку вы можете вступить в игру. То есть это будет загадка, которая будет состоять из трех подсказок, и в промежутке через 7 секунд вы будете получать все более и более простую подсказку. И введя 7 эту минут все-таки. Через 7 минут. Через 7 минут. То есть будет 3 по 7, 21 минута. Вот. И можно, в принципе, посмотреть, кто успеет угадать там, с первой попытки, второй или третьей. А пока все это дело идет, оно автоматически идет, я буду рассказывать про изменения. Итак, год назад сама платформа с почты работала через систему событий. То есть что это означает? Модули, либо какой-то код, они генерируют события, туда вставляют какой-то преднастроенный набор уже полей. Есть система шаблонов для этих событий. Мы прогоняем шаблон в решеточках через поля, получаем сообщение и отправляем. В принципе, система уже это работала лет 10, там, если не больше. Все хорошо, но у нее были ряд ограничений. То есть одно из ограничений, например, это было, что некоторые блоки, например, там табличка в интернет-магазине, список товаров, его нельзя было настроить, то есть нельзя было выбрать список колонок, потому что в плане поля это одна решеточка, одно поле с решеточками, и все, и у него никаких настроек нету. Тяжело работать было с HTML-сообщениями, потому что решеточки приходилось делать иногда HTML-версию решеточек и не HTML-версию решеточек. Ну и в целом, то есть гибкости не было. С чего мы решили начать? Мы решили сделать нашу почтовую систему в платформе, сделать аналогично страницам на сайте. То есть это PHP-страничка, которая, ну, PHP-код, который содержит все вызовы компонент, который содержит вызовы, ну, обычной PHP-логики, циклы, условия и так далее. То есть гибкость максимальная, программирую не хочу. Вот. Также мы добавили возможность приоттачивать к шаблонам сообщения вложения, сделали там ряд определенных автоматик для вложений сразу же в письмо, а не по ссылке. Значит, шаблон, по сути, остался, то есть можно сказать, также простым, он может содержать решетки, но на страничках можно в визуальном виде пользоваться компонентами, то есть можно их размещать в самом теле сообщения. Ну и, соответственно, как аналог с сайтами, есть шаблоны сайтов, мы сделали возможность оформления, внешнее оформление сообщения и выделить в виде шаблонов сообщений и использовать единое оформление для всех писем. То есть если надо где-то что-то поменять, копирайт, год и так далее, то есть сделать, чтобы это можно было в одном месте. Ну, соответственно, шаблон — это тоже PHP-код. То есть шаблон шаблонов, это так, если грубо сказать. Что такое компоненты? Компоненты почтовых шаблонов. Это обычные компоненты, они лежат там же в папке Bittrex Components, но они имеют, во-первых, ограничения, ну, по понятным причинам. При отсылке письма они не могут ничего брать из суперглобальных переменных, потому что они могут быть вообще непонятны, что в них будет содержаться. И все параметры должны браться из настроек, из этих решеточек, то есть то, что предлагает само событие. В данном случае вот пример настройки малой корзины. То есть здесь мы можем уже настраивать, говорить, какие колоночки содержать, какие пути. То есть это все настраивается. Если раньше это было там в решеточках слово одно ненастраиваемое, то теперь вот гибкость, пожалуйста. Причем это можно еще кастомизировать при помощи шаблонов. Ну и такие компоненты, они просто помещаются в файле компонента description, как type mail у него. Дальше мы решили, была у нас дилемма делать модуль рассылок наш, рефакторинг, решили, что проще всего сделать новый модуль. То есть в итоге мы на прошлый релиз предоставили модуль email-маркетинга,
который в себя закрыл все потребности, которые раньше делал модуль рассылок. Он, как можно сказать, его чуть ли не поглотил, интегрировался с ним. В чем особенность модуля email-маркетинга? Он содержит основную базовую сущность, это рассылка, которая содержит в себе, собственно говоря, группы адресов и списки адресов, куда эта рассылка уходит. А сами, то есть то, что рассылается, называется выпуски. Выпуски могут быть по расписанию, они могут запускаться вручную. Адреса у нас, значит, получаются адреса у нас получаются из источников. То есть источников на самом сайте, в самом продукте их целая куча. То есть это могут быть веб-формы, это могут быть заказы, это могут сами пользователи быть, это может быть там инфоблоки, то есть где угодно. Это может быть просто список банальных адресов. Для того, чтобы удобно отбирать ту аудиторию, которой нужно сделать рассылку, то есть так называемые коннекторы. Это такой проводник, который достает откуда-то данные, используя настройку гибкую, которую можно сделать для рассылки. Коннектор — это программный код, который выбирает список адресов и передает их в рассылку. И в дальнейшем, каждый раз, когда происходит публикация, рассылка, выпуска, мы источники прошерстиваются, по условиям из них выбираются все необходимые данные, ну и, собственно говоря, рассылается выпуск. Значит, что мне пришлось сделать? Я опять взялся за сайт конференции, решил сделать новую рассылку всем участникам. Посмотрел, стандартного способа отобрать, опять-таки, всех нужных мне людей я не нашел, поэтому я не расстроился. Взял, скопировал стандартный коннектор к модулю форум и его немножко там доработал. В данном случае я создал новый коннектор, сделал событие, которое добавляет этот коннектор, сделал условия, что мне нужны только подтвержденные регистрации, выбрал e-mail, имена, и, по сути, этот коннектор из нужной мне формы выбирает нужные мне адреса. Это ну, по кому ты сейчас и рассылал? Да, это вот именно то. А кто получил руку? Поднимите, пожалуйста. Ну как, ответ угадали? Нет, еще. Ну а чего вы сидите? Это же конкурс идет, там скоро подсказки идут, и выигрыш уменьшается. Вот. Ну вот после того, как я этот PHP, значит, сохранил, у меня автоматически появился вот этот вот мой коннектор. Значит, это я, ну, этот коннектор, он вот тогда был на тот момент 230 адресов выбрал мне уже. Дальше. Выпуски. Выпуски можно сделать по шаблонам. Шаблоны мы сделали предустановленных, там, разностолбцовых, там, с разным лейаутом. Можно выпускать шаблоны на базе маркетплейса, то есть также на событиях, и тогда они появляются вот вкладочки «Дополнительные шаблоны». Выпуски также можно использовать все те функционалы, там, и компоненты, и сниппеты, там, код и так далее, что используется и для обычных почтовых рассылок, для обработчиков событий. Причем иногда, если мы говорим про периодические выпуски, то там как бы вот эти компоненты, они как раз-таки нужны, потому что там раз в неделю может компонент выбирать какие-то дайджесты и так далее. Ну и вот, значит, то, что происходило вчера, скажем так. Я добавляю новую рассылку. То есть это достаточно быстро. Я ее называю, я выбираю, с какого сайта. Снимаю ненужные галочки, потому что для меня разовая рассылка. Группу я создал на предыдущем шаге, хотя можно было ее сделать и на этом. Соответственно, создаю простой шаблон. Вот, который совсем простой, там верстки даже нету. На Bootstrap.
На Бустерапе точно нет. Вообще мне нравится интерфейс модуля. Мне кажется, неплохо получилось. Ну и в общем, вот я знал, что во сколько мне выступать надо. Ну и примерно угадал. Было бы здорово, если бы ты крутил тут 42 раза. Все, рассылка готова. Собственно говоря, ее получили. То есть вот, значит, в процессе отправки. Это был первое, то есть это первая рассылка? Это первая рассылка, которая пригласила всех принять участие в загадке в нашей. Дальше, что такое загадка? Это, по сути, триггерная рассылка. Что такое триггерная рассылка? Это цепочка выпусков. Цепочка выпусков, когда в нее вступает в эту рассылку новый человек, то он получает всю цепочку в зависимости от настроек ее. Настройки там, собственно говоря, небольшие. Там само сообщение, через какой промежуток времени его отправить. То есть, соответственно, само понятие триггер, да, это когда что-то наступает, какое-то событие, или сам человек переходит в какое-то состояние. Например, там событие, это он купил заказ, там состояние, он его не оплачивал там определенное какое-то время. Вот. Ну и так получается, что когда мы организовываем триггерную рассылку, то мы говорим, что такие условия вступления, такие условия из нее выхода. Вот это у тебя как раз скриншот именно этой триггерной рассылки, это да? Скриншот именно этой триггерной рассылки. А первое письмо когда будет отправлено? По триггеру? Сразу при входе. Нет, когда они e-mail, да, указывают? Когда они говорят, пришлите мне задание. Вот оно сразу через 0 минут. То есть оно... это стало событием первым, да? Событие. Вот сейчас я покажу. Чтобы вступить в рассылку, то есть вот запуск рассылки, то есть надо, чтобы возник, то есть триггер сработал. Соответственно, что мне пришлось сделать? Мне пришлось создать новый триггер. То есть этот новый триггер, по сути, он чем занимается? Он ловит события, стандартные события платформы, ну то есть на основе стандартных событий платформы, и он потом возвращает какой-то уже конкретный список имейлов. То есть, чтобы его вызвать, вот на той страничке, там, где пришлите мне загадку, вот такой код находится. То есть мы смотрим, мы получили e-mail с инпута и инициировали такое событие. Puzzle start. Соответственно, вот после этого момента вот этот данный e-mail подписывается в эту рассылку, и ему начинает запускаться вся цепочка. Он сразу мгновенно получает первое письмо, и потом через каждые 7 минут он будет идти по этой цепочке. Он будет идти по этой цепочке только кроме тех случаев, если он вдруг из нее сам вырвется. То есть вырваться он из нее может, если сработает другой триггер на другую, скажем так, какое-то условие. То есть, например, вы делаете триггерную рассылку со скидками, вы говорите человеку, что купи, 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 купи. Если он там, вы там запланировали там 10 писем в течение года, если он все-таки не выдерживает, после третьего приходит и покупает, то все, он автоматически срабатывает триггеры покупки, и он автоматически с этой рассылки выходит. То есть остальные там оставшиеся письма, сообщения он не получит уже. Кстати, это отличный способ отписаться. Вы меня достали вашим спамом, да? Отлично, купи на 1000 рублей, и мы тебя отписываем, да? Я так понимаю. И все. Вот. Ну вот, это, соответственно, вот этот вот триггер, он аналогично тому, только этот еще принимает в себя настройку, он принимает ответ, проверяет совпадение на ответ, и если все хорошо, то, значит, триггер срабатывает, и человека с рассылки как бы убирают уже. Из триггерной рассылки. То есть как бы срабатывает триггер на прекращение, на выход. Да, триггер на выход. То есть можно либо дойти до конца, либо в процессе выйти, если срабатывает триггер на выход. Соответственно, есть еще такой функционал для любителей программировать для маркетплейса, может быть, когда можно всю цепочку настроить, сразу настроить ее, выпустить, и тогда ну, то есть можно одним кликом создать всю сразу цепочку с всеми настройками. Там только мелочи настроить, это дальше покажу. Вот, например, мне разработчик модуля предоставил вот этот вот такой вот скрипт, скажем так, в котором были все вот эти вот вопросы. Я его добавил в обработчик, и, соответственно, дальше процесс настройки
самой рассылки и запуска ну, превратился примерно вот, вот в такой вот легкий процесс. Я, значит, создаю триггерную рассылку. Вот у меня есть этот шаблон, который на обработчике событий. Мне необходимо только настроить мелочи как, в виде сайта, с какого адреса отправлять. Все, соответственно, условия запуска стоит триггер с загадкой, которая инициируется на форме, на самой. Вот тут есть ряд стандартных, в магазине их больше, с магазином, если здесь у нас сайт контентный. И, соответственно, когда выйдет. Здесь сейчас будет ответ. Купите бизнес, чтобы прекратилась эта рассылка. А это уже ответ, который отправлять нужно. Может, да. А сколько писем успело прийти? Третье не пришло. Так, поторопился. Ты обгоняешь, кстати. 21 минута расчет был, да? Ну, начали раньше. Ну и, соответственно, вот эти все сообщения, которые были, они сразу же настроены уже, и ну, можно скорректировать, докорректировать, но можно уже пользоваться. Ну, вот это вторая подсказка. Да вот, собственно, и все. Ну, конечно, там аналитика собирается, кто сколько там попыток, что там сделалось. А мы записываем все неправильные ответы? Да, мы записываем все ответы. Интересно, да? То есть персонализированно записываем неправильные ответы. Да, мы пока обгоняем темп. Вопросы, пожалуйста. Спасибо, Юра, очень круто, очень актуальный функционал. Ждали его. Вот только сейчас хотел вопрос задать, где третье письмо, оно пришло. Ну, сразу вопрос. Про триггеры и коннекторы все понятно. Буквально вчера приехал за кружкой виски, обсуждали с клиентом такую ситуацию. Рассылка по сущностям из CRM. Это все решается с помощью коннекторов и триггеров, с помощью кода. То есть вопрос банальный, что сейчас есть пользователи интернет-магазина с условиями купили, не купили. Это все круто. Будет ли в коробке, чтобы мы не кодили, мы же народ ленивый. Коннекторы позволяют для каких-то частных задач, но по сущностям в CRM, допустим, рассылка по всем лидам в определенном статусе письма, вот пока он не перешел в другой статус. Из коробки. Ну, пока мы очень, просто, очень актуальная ну, пока тема. Мы просто включили модуль в коробочную B324. И как бы в дальнейшем планах нам у нас, конечно, использовать его больше в публичной части. То есть просто не... идея прямо сейчас возникла, сразу законнектилась с вчерашним разговором с клиентом. Идея у всех, думаю, продажников, она прям актуальна. Это рассылать email рассылку лидам, пока они не сконвертировались, например. То есть дожимать их письмами в цикле, вот как вот с этими загадками. Вот буквально вчера об этом обсуждали, вы сейчас это говорите, я прям вот круто. Я говорю, вот на данный момент, то есть коннекторов, конечно, таких нету для CRM, но их достаточно несложно будет написать. Модуль сам в коробке есть, и отправка будет идти, соответственно, из админки, из контрольной панели. В дальнейшем мы планируем весь функционал модуля вытащить в публичку для того, чтобы можно было его использовать, ну, B324 в облаке в том числе. То есть там тогда будут и коннекторы, и публичные части, и все остальное. Ты прям рассказываешь все секреты. То есть B324 было бы неплохо, да, получить такие триггерные рассылки. Это был бы инструмент. Пожалуйста, вопрос. Добрый день. Скажите, пожалуйста, очень важным функционалом для email-рассылки является статистика по открытым, недоставленным, доставленным письмам. Будет ли это? Сейчас в модуле есть аналитика по... ну, отправлено открытым сообщением по кликам, которые сделаны с текста сообщений, ну, и ссылок. То есть это все есть. Ну, там есть технические сложности с этим. То есть, так как мы, ну, то есть если бы мы очень сильно интегрировались с каким-то конкретным почтовыми серверами, то... Может быть, то есть проблем не было. Но так как мы используем банально функцию mail PHP, которая может, то есть она может срабатывать
и в отложенном режиме, и очередь ставить там каким-нибудь почтарям и так далее, она не вернет адекватный ответ. Секундочку. Раз. Просто ситуация какая? Мы достаточно активно пользуемся сервисами рассылки, и наши клиенты фактически сейчас приходится выгружать это все там в Excel сначала, потом грузить на сервис рассылки, оттуда все это делать. Функция хорошая, замечательная, но статистика такая, то Яндекс глючил, то Mail, то Google. И доставка может просто до нуля упасть. Вы будете видеть красивую картинку, что у вас ушло 2000 писем, а на самом деле получило двое только первых, а потом ушло все в спам. И если этой функции не будет, это мертворожденный проект. Почему? Будет. Мы же собираем статистику по просмотрам. Вы увидите, что просмотров не будет. Вы не увидите, что нету переходов. Почему? Может, у вас письмо плохое, которое никто не открыл, а может быть, просто нет доставляемости. Яндекс, например, в последнее время, если ему что-то не нравится, первые 500 писем пропускает, а потом режет все в спам. И вы увидите, у вас какая-то низкая статистика, и только если вы интегрируете, вернее, залезете, посмотрите в статистику там, на постмастер Яндексе, вы увидите, что это в спаме, и так неудобно. Вы имеете в виду что? Что нужна статистика обработки ответов сервера, то есть когда отправляется почта, то есть надо уходить, значит, от функции PHP-шный mail и прорабатывать этот вопрос. Без статистики, сколько доставлено, да, то есть ответов, что не доставлено, это можно самим, в принципе, ответа. Давайте вопросы еще по порядочку. Есть еще вопросы? Да, маленький вопрос. Вы про ограничения на модуль ничего не сказали. То есть какова его производительность, в каких проектах его можно использовать, на каких не следует. И если я правильно помню, то стандартные настройки виртуальной машины Bittrex, там почта через MSMTP настроена. А это синхронный режим отправки сообщений. Нет? Переделали уже? Ну, просто в документации точно есть рекомендации на использование MSMTP. Ну, в классическом виде вся почта должна уходить не на хитах, а в фоне. То есть оно в цикле просто будет обрабатываться и уходить. Ну, окей. То есть, просто в качестве еще пожелания, что необходимо добавить еще такие вещи, как инструкцию по правильной настройке почтового сервера, там DNS, DKIM и прочие функционал. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Да, спасибо. Очень клевый модуль вы сделали. Вопрос следующий. Вы сами будете планировать интеграцию по API с постмастером, но Яндекс предоставляет API, Mail.ru там, видимо, придется вам как-то договариваться, или вы это переносите сейчас на плечи партнеров и тех, кто будет отправлять рассылки, потому что сейчас получается, мы работаем, к примеру, с MailChimp, да, и вот все настройки, которые касаются почты, они лежат на стороне MailChimp. Как только это будет в коробке, то придется, соответственно, партнерам всем этим заниматься, уже, как там сказали, действительно, там SPR, FBL и прочие там мудреные слова, которые касаются настроек почтовых релеев. Или, соответственно, вы будете там дружить, к примеру, да, с Яндекс.ПДД как вариант. То есть, может, нам и правда делать сервис, через который будет слаться? Ну, хотя бы дефолтный, там, не знаю, или Mandrill, к примеру. То есть кто-то, кто имеет API, да, который вы можете подергать и сказать, вот что там происходит с рассылкой, потому что вот сейчас это выглядит так. Отправили, если отправляется изнутри коробки, да, потом открыли в соседней вкладочке постмастер яндексовый, там, к примеру, да, или какой-то, или mail.ru-шный, да, там ужаснулись и сделали нам что-то. Главное, чтобы, если мы сделаем облачный сервис, чтобы нас не забанили. Ну да, да, да. Нас что... не забанят? Мы сильны? Макс мне подсказывает правильный ответ. Все, спасибо. Спасибо. Так, пожалуйста, вопрос еще. Спасибо, Белк Сергей. Тут у меня вопрос, даже скорее, может, предложение. Но сейчас не только почта актуальна, есть там всякие Viber, SMS, там WhatsApp и прочие рассылки. И почта, она сейчас, как правило, у всех это 20 тысяч сообщений не прочитано. Планируется ли, может быть, какой-то интерфейс сделать, то есть выбор транспорта? То есть, и чтобы мы кастомно могли добавлять там транспорт, например, WhatsApp, да, или там транспорт какой-нибудь, там почта, или почта там через Postfix, или почта через Яндекс, там, да. То есть разные транспорты для доставки вот, из модуля рассылки сообщений. Вот что-то вот такого. Ну, мысль интересная. Мне нравится. Так и представил такое письмо, HTML, там килограмм 150 в Viber раз, и встроилось тебе. Нет, на самом деле… У WhatsApp есть API? У WhatsApp есть API?
Ну, не знаю, это все левое. Мем новый. Или правое, ну точно не прямое. Вопрос очень хороший и правильный, потому что мы, вот как сейчас помню, на совещании выбирали название модуля и думали, как же его назвать. Ну, привязать название к почте, вроде есть уже рассылки. И тогда как раз звучала мысль, что в принципе же можно рассылать куда угодно. Это может быть и почта, и СМС, и мессенджеры. Поэтому выбрали название «Sender», потому что теоретически он может посылать куда угодно. И в принципе в архитектуре модуля это заложено. Осталось только реализовать все это, и тогда можно будет посылать. В том числе, да, транспорт можно будет расширять, менять. Так, пожалуйста, вопросы. Очень полезный модуль. Спасибо, Юр.